Ванга предсказала этим знаком зодиака 10 лет везения и защиту высших сил. Провидица указала на людей, которые по ее описанию в точности подходят под астрологические атрибуты этих трех знаков зодиака. Везение представителей зодиакального круга дополнится их защитой от всевозможных бед и несчастий. Высшие силы и ангелы-хранители с 2021 и до конца 2030 года станут помогать и содействовать им в довольно сложный временной период. Щит, как заслон от опасностей, будет формироваться для всех не одинаково. 10 лет для овнов, львов и стрельцов ознаменуются судьбоносными событиями. Для многих определится их долгий путь успеха. Что бы ни происходило, но в конце концов они придут к жизни, о которой мечтают. Ванга указала на импульсивных, сильных и независимых, смелых и уверенных в себе, упорных и целеустремленных людей. Особенностью типажа она отметила повышенную амбициозность. Нетрудно догадаться, что речь шла о представителях знака зодиака Овен. Ванга указала, что какие-то этапы их жизни на протяжении этих 10 лет станут по-настоящему золотыми. Самое главное, что они будут защищены от каких-либо катаклизмов. Провидица отметила, что несчастья и беды отведут от них сами высшие силы. Ангелы-хранители неустанно будут блюсти за их нравственностью. Это не позволит попадать в курьезные ситуации с нехорошими последствиями. Если у кого вдруг возникнет желание сдаться. Ванга предупредила, что не стоит этого делать. Нужно потерпеть какое-то время, и все начнет налаживаться. Главное, не терять надежды. Ибо она накапливает энергию будущего позитива. На жизненном пути и во всех начинаниях будут и успехи, и удачи. Везение поджидает их практически во всех коммерческих делах. У многих возникнет впечатление, что весь мир подстраивается под них. Отчасти это так и будет. Следующую ассоциацию людей Ванга отметила как состоящую из открытых, дружелюбных и сильных лидеров, которые могут повести за собой других. Нет сомнений в том, что речь шла о львах. 10 лет станут очень важным периодом в их жизни. С 2021 года, когда на оси бедствий и катаклизмов оказались северные и южные узлы, львы претерпели немало бед и страданий. Все более или менее начинает выравниваться на протяжении 2022 и 2023 годов. Накапливается много друзей и почитателей. От своего окружения львы потребуют безоговорочного подчинения и преданности. Они будут ценить крепкую дружбу и в любой момент придут на помощь к тем, кого любят и уважают. Высшие силы неустанно следят за ними. 2024 и 2026 годы, в период стояния Урана вблизи звезды Алголь, львы достигнут наивысшей точки везения. Их жизненный потенциал становится практически безграничным. Фортуна постоянно будет на их стороне. Львы получат много подарков от судьбы, на которые даже и не рассчитывали. А неприятности сами по себе станут обходить их стороной. К этому времени высшими силами установится полная защита от влияния опасных планет. Ванга ассоциировала стрельцов с жаждой знаний, немного со вспыльчивостью и иногда чрезмерной эмоциональностью. Но что отличает стрельца больше всего, так это мечтательность и бесстрашие. Никто и ничто не сможет отвернуть их от своих целей. Ванга предрекала, что представителей данного зодиака поначалу ожидает череда поражений. 2022 год она определила как началом общих преобразований. Все беды должны закончиться. С середины 2023 и начала 2024 ангелы подадут знаки о полной их защиты от всякого лиха. В основном же стрельцы со второй половины 2022 года должны начать ощущать на себе воздействие высших сил. Знаком этому будут беды, которые их не коснутся,
но распространяться среди окружающих людей. А также странные события, которые должны бы закончиться вполне плачевно, но все произойдет на удивление благополучно. Такое будет повторяться несколько раз. У стрельцов начнется успешная жизнь. Их не оставит ни удача, ни везение. Богатство может само и не упадет им на голову, но стремительно двигаться к нему, несомненно, стоит. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.